Анна и Денис Евлаш встречались 1,5 года, потом решили пожениться. И хотя предложение было сделано еще в 2020-м, молодые люди решили не рисковать и не расписываться в високосный год, а подождать наступления нового. Для создания семьи выбрали зеркальную дату 12.02.2021. Насчет зеркальной даты 12 февраля мне просто подсказала моя сестра. Просто я говорю, подбери мне красивую дату, пожалуйста. Она мне нашла ее. И я просто почитала и 12, и как-то так цифры эти у нас в жизни. Если да, читать двоечки. Наоборот, тоже одинаково, да, поэтому. И в жизни двоечки как-то так везде сопутствуют, да, удачи. И поэтому. Мы решили 12 числа. Да. 12 февраля в ЗАГСах страны настоящий свадебный бум. Только в Гомеле в этот день появилось 53 новых семьи. А все потому, что помимо желающих сочетаться узами брака в уникальную зеркальную дату, в этот день также расписывают тех, кто хотел приурочить свою свадьбу ко дню Святого Валентина. К сожалению, у нас 14 февраля выпал на воскресенье, поэтому мы решили предложить молодоженам зеркальную дату 12 февраля 2021 года. Пары с удовольствием согласились, поэтому у нас сегодня в городе Гомеле праздничный бум. Много молодоженов. В нашем ЗАГСе сегодня 16 пар. В том году у нас было немножко меньше пар, у нас было 9 пар. Но это в связи, наверное, с пандемией. На вопрос, верят ли влюбленные в магию чисел или покровительство Святого Валентина, пары отвечают, что не особо. А дату выбирали, чтобы легко было вспомнить, когда отмечать юбилеи. Такую точно не забудешь. Мы дату выбрали это специально, 12.02.2021. Время у нас тоже выбрано специально 12.20. Если честно, особо таких вер нету, просто понравилось красивое число. Ну, дату выбрали сразу, а время так, я думаю, давай-ка 12.20 возьмем. Ну, взяли и нормально получилось. Вообще красиво. Все совпало, легко, да, запомнить. Ко дню всех влюбленных для молодоженов организовали несколько сюрпризов. До начала церемонии им предлагали написать друг другу пожелания на открытках, которые потом привязывали к воздушным шарам и отпускали на счастье в небо. А уже после церемонии счастливых новобрачных поздравляла Юлия Перегудова, миссис Беларусь 2014. Я верю только в Божью помощь, потому что благодаря этому у нас и появляются все счастливые минуты, продолжение наших семей, наши дети. И, конечно же, все, что происходит, отчасти мы создаем себе сами. Поэтому очень важно, как встречаешь друг друга вечером дома. Потому что, мне кажется, семья именно для этого и создается, чтобы каждый из нас был счастлив возвращаться домой. В прошлом году в областном центре было зарегистрировано почти 3000 браков. А сколько разводов, спросите вы? Немного. Только в отделе ЗАГС Гомельского горосполкома на 772 новые семьи пришлось 103 развода, то есть в 7 раз меньше. Если вы пока не встретили свою вторую половинку, это не значит, что не нужно отмечать 14 февраля. В этот день также празднуется Международный день компьютерщика и День дарения книг. А в Америке в противовес влюбленным парочкам придумали День чудаков-одиночек. Его философия заключается в том, что счастье человека не зависит от наличия у него партнера. Анна Краючук, Игорь Марищенко. Новости недели.